субботу в Самарской области будет ясно и без осадков, жарко. Температура воздуха днем 28-33 градуса, ночью 21-23 выше 0. Ветер преимущественно восточного направления 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 31 градус, ночью плюс 21, восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 30, ночью 22 градуса выше 0, ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно, в дневное время плюс 30, ночью 21 градус выше 0, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.